Чего? Не, ну тут... Тут-то сплэш. Да-да-да, мутиков апнули, блядь, не знаю, на что. Мне, короче, знакомый мутик на роботе 30-ку дает. Говорит, спекайся тоже. Я говорю, нафиг надо. Да не, я ж тебе давно говорил, бля, лутай второй комплект Т5 и ебашь. Мне камни. А там вообще комплект другой или просто камни другие? Камни. Три дома. Не знаю, что это за гильдия, но у них прогресс уже закон. Где это? Где-то есть статистика какая-то, чтобы можно было чекать? Нет. Да. Это так. Ну, типа, бывает, типа перебафали, так. Когда вот, на Сирусе кто давно играет, он понимает. Не важно, откуда я это знаю, но они нас загоняют, они из-за чего-то там приличненько парня. Когда что? Класс перебафывают, его потом нервно обычно. Сколько-то не было? Нет. Так, как не было с Эмами, да? Ну, типа, мутик, он нифига не перебафанный. Да-да-да. Ну я тоже так говорил, если бы 30 тысяч давил. Так, 272 гири. 272 гири. 200. Это в соло таргет, а тот же комп, он как бы даст больше на всех этих боссах, которые... Ну я бы тоже так говорил бы. Таргет. Это вообще стрёмный дамаг. А. Все бы так говорили. Когда БМ его ебашили. Ну вот смотри, у меня... Всегда говорю, они не перебафаны. Не берут в рейд, потому что у меня маленький ДПС. Ты говоришь какой-то. Кстати, я уже не... Сейчас надо брать, потому что используют. Не, ну мне нельзя в ХМ, там ну, больше ДПС нужен. Мне еще где-то 5000 надо набрать как-то. Не, какой ХМ? Ока ХМ? Угу. Там помимо... Руки нужны, голова. То есть, ну, работа у нас. Подожди, кровавый, у тебя чё, нету капу мастерства? Mm-mm. Ты сейчас серьезно, да? Угу. Ну, у меня шматочка нет. Это камни. Типа, у тебя одна расправа ушла в парирование вообще. Атаки ближнего боя, я вообще молчу, там у тебя додж, парир. Ну это ты сейчас смотришь на босса, в которого я его, грубо говоря, въебал убил. А в спину у меня не бывает все равно ни расправы, ничего. Двадцатки в спину хватает. Спину, да. Так нет, у меня в шаде тоже уходило в додж, все равно. В шаде ты никак не побьешь, кроме как спину. У меня было 20, у меня уходило в додж. Не знаю, я пока ни разу не заметил, что это... Если в спину, ну в бок или в рожу бывает, что уходит. А, к спинам. Ну это типа я еще жду, когда шматку выбью, и тогда поменяется. Глоб скилл, откуда я тебя знаю? Ты раньше в Mortal был, да? Ну, давно когда-то. Так точно. Да, я помню, этих мобов нужно было расконтролить, чтобы они не размотали рейд. Ну, тут как-то в наглую просто убивается. Ты походи с другими богами, наглую не получится. Не говори. Чё, я в джоках был, я с джоками ходил, ну, мало, правда, ну, давненько. Вот, тоже разматывали, а другие все гильдии нужно было расконтролить нормально, потому что могли размотать рейд. На Снобусе 4Т5, да, протопал. О, все отлично. Приют, ты тут? Да-да, подошел уже. Я думал, тебя установили уже. Тремор, пожалуйста, шаманы. Да-да, конечно, уже поставил. Спасибо.
Только крепость, ты только прям с крыльями ворвись, ну ладно. По центру вот это прям. Крест, крест, как его, а, крепость на боссе. Орех кому? Чё, когда пол будет? Дайте кулак по разбойнику, а куда вы деваете? А, я же умирал, извиняюсь. Это просто помыться, что ты всю эту хуйню, ты заебался базарить. Ща, погоди, я голос поставлю. Кристи, зачем ты уже антифир на себя положил? Маленький. Очкует просто. Нет, его нерштейн не надо. Так, центр хилам освободили, на взлетке оттуда отходим. Рэнш набираем. Пак, там... сбегаемся. Там нехуй отошло. Чё по Гере? Она... Чё, по Гере? Да, после... она же в конце. Да я думаю, тут будет две взлетки, наверное. Не, про ПС-ку спрашиваю, по-другому спрошу. Давай с пула. Угу. Давай с пула. А разве не профитнее на после второй взлетки, типа, хотя больше людей укусанных укусы... дамажит? Укусов надо хотя нет. бы, чтобы было. Ну, с пула я не вижу. Спасибо. Про Геру-то понятно. Мы про ПС-ку. А, да. Вот. Пула, с пула. Геру-то понятно, что после двух-трех взлетов. Мозер, ты тут? Так, 8:36. Хекси. Ну, по идее, должен через 10 секунд быть тут. Он покажет, что кто будет стоять секунды, по он... центру, ГП дам. Пугам тоже. Должен быть тут, наебал. Последняя проверка. А чё вы добирать еще одного не будете? Ну, у меня спамится, никто не пишет. А кто надо? ДД с тактикой. Ну, блядь. Хекси меня укусит. Я вот в центре стою. Кровавый взор, беги, ликош. Мы сбежались. Куда ты, трусы, бежишь? Ну, блядь, подбеги к двум типам с метками. Ты чё, блядь? Он от них отбегает. Я же сказал, народ. Фигац. Все, ладно, тихо. Смерть. Там Йотун пишет. Йотун, ты вообще в Дискорде? Бежали с пактом. Самка петуха. Как вам такое? Сближались. Так, последующие цели, да, мань. Вроде как сейчас будет взлет. Ну да. Я просто здесь чё укушу. Так, с центра ушли. Рэндж набрали. Дайте там массакру. Прожмите. Лодка. У тебя не получилось.
Два гимна. Два гимна сдали. Ладно, пока так войд. Так, я вот ханта укушу, Синдай. Там дальше смотри. Знак. Как вам такое? Магишен, вешай СС на Эрдру. Тамагочи, беги. Кровавый взор вставай. За хил, за баф. Кто-то Элема укусить тебя. Кого там укусить? Фан, беги. Чир скоро. Этот, сейчас Сокру отдаете. Сокру уже. Гим, присты. Оставь. Даю. Тихо, мать. С Войда укусите тоже кто-то. Я этого Элема укушу, Валерштейн. Давай, я тебя вот через 10 секунд укушу. Право стою, подойди ко мне. Угу. 5 секунд. Через 5 секунд они тебе. Блин, потерял. Давайте, Геру. Кого укусить? Кого-нибудь, только не, блядь, не законтролился. Я законтролился. Законтролил. Блядь, законтролился. Сука, ну выебучий. Бейте Лока. Кто-то там он убежал, да бейте его, Клеева. Не смог почему-то укусить его, не знаю. Заранее смотрите. Тень не астрал. Класс. Блять, прям на меня бежит страшно. Здравствуйте, красавчик. Мне сразу дали после пака. Давайте, 2 миллиона, 15 секунд укус. Бог беги сразу, они пацаны. Ебать. Ёбаный. Ёбаный лук. Что за помойка упала? Вот он. Прикольно, аж подвес. Да, ну, да. Стрёмненькая. Треня бисовая упала, ребята. Сколько, нет? Коника, ты хотел триню хиловскому, получается? А когда по разролу чё-то? Так он ролл же всё. А, да? Даже АД. А кому отдать АД, скажите, пожалуйста? АД? Что говоришь? Ну, покупайте мне сейчас сравнить. Голду сразу в трейд хикс. Так, сейчас с Йотом Локом зайдет. Угу. Это, пока на Вальку идем. О, я тебе подбежал укусить, понимаешь? Да, я понимаю, но меня не хилили. Ты стоял... Ты, короче, рейндж не соблюдал, вот. В смысле я рейндж не соблюдал? Я встал отдельно, ко мне... у меня было не фулл хп. Ко мне подбежал вар, хотел меня укусить. Значит, а в этот момент убил. Меня не хилили. Да потому что вы вдвоем стояли, мы сдавали два гимна, блин, все выжили. Значит, либо вар тебя убил, либо ты к вару подошел. Она... Нет, там просто прошил давать. Да, там просто, ну, хила никакого не поступало. Он подошел и, ну, как бы убил. Да, мне укус звал передать, иначе... Что говоришь, Войт, расплыл? Так, стой на месте, перекину пару шмот. Умер, ДД, виноват. В прошлом, нет. В прошлом Фугареде меня так шаманом убили. Ко мне подошли и хотели меня укусить, и меня убили. Вот шаманом можно было стоять, похилиться.
Я хилилась. А как бы если бы он ни у кого не укусил, он бы это превратился. А он, наверное, заранее подбежал. Там не совпадает. Не, не, он прям четко. Прям идеально, что не надо. Короче, на нем был щит, его сложило за 2 секунды. За это время, даже меньше, его не захилить было. Потому что весь рейд просевший. Не, так это до этого. То есть я был не фух. Можно на успех сролить? Да. Чего ролики вообще не помню? Тамагочи, да? Да. Слушайте, давайте, может, остановимся, типа разролим, как-то неудобно. Видите, трэш. Я подойду вам, дам одни. Там запы какие-то были, блин. Я запах магический. Тамагочи же хотел отступки, да? Да, кольчужные на офспек на хила. Спасибо, да, я потому и предложил, как бы, чтобы не пропадало добро. Так вот это я помню, кто-то ролил. Да, коника, конечно, захли. На ДД не надо никому наручить. Коника, ты это брось. Ты плащ хочешь? Да-да. Ты это брось, дело. Вы можете так же... Есть. Там могло очень винать и наручи, я просто долго их ждал. Конечно, паролим. Мне сам попят, блин. Вот это не попять нафиг. Да, в этом. Чего парить? В ЗС падает, попадает плащ. Я не парюсь, я его просто потралил. Говорю, ты это брось, блин. Как я могу человеку что-то запретить? Ну, захочет, и пусть заходит паролем, боже. Какие-то все серьезные, не знаю. Как можно человеку запретить, блин, что-то ролит? Бегущий, сука, ОЕ. Кто фиряет, блядь? Кто насрал, блядь? Кому чё? Да хватит срать, ну вот. Да что это такое? Да ебаная лепёшка. Представьте, что ягодный торт в рейде. Ну, это не похоже на ягодный торт. Похоже, блядь, на коровью лепёшку. Ягодный торт, что-то наступил, да? Ягодный торт в Элеме, окей. Ягодный торт, прошедший переработку. Такое я ещё не слышал. О, боже. Самые чёткие рофлы у меня. Короче... Он, видимо, не знает, что это ник персонажа, шаман ягодный торт, это ник. Нет, я знаю. Ник, я знаю. Всё. Там и чё-то делал. Мне вот интересно, типа на боссе раскол не стакается, зато, блядь, на трэш. Хуярят, да, на каждого моба, да, точечно? Да не говори, блядь, на каждого. Вы чё там воры, блин, стакаете? Слышь, неху, блядь. Нахуй. Что тебе надо? Нахуй ты, чтобы нам не говорили, чтобы нам не говорили, что мы расколы не стакаем, мы стакаем расколы. Чего, блядь, по красоте, ну, а вообще рога лучше стакать. Где ДПС, блядь, так с расколом не стакаем. Мы тратим 5 ГКД, а мутик-то тратит 2. Кому профит не стакать расколом, Кому профит надеюсь, не агрить валю, блядь. Ой, это, лану, нахуй. Тому, кто хочет укус, наверное, да, блядь? Господи, я не знаю, как с этим укусом, как кроваво сдох, блин. Я в него даже не успела исповедь кастануть. Он просто раз и упал. Спотнулся, нахуй. Господи, говорю, его кто-то убил, либо он сам бренч не держал. А что это значит приговоры, блядь, сука? Так, я же рассказываю, как было. Ну, еще не хочу рассказывать больше. Правильно, а то что, попугай, что ли, одно и то же говорит? Я запомнила. Сказал, тебя услышали. Я услышал, что этого моза рубил, я это услышал. Это суманем. Я его не убивал. Я его убил. Ну слушай, я в него, говорю, не успела исповедь. Исповедь захиливает на пул сразу, я в него не успела костануть его. Ну сколько у тебя исповедь, как 1012? Сейчас зайду на пол. Я сказал.
Ребята, я могу спекнуться в 248-го холли, ну типа будет проще захилить. Да, ничего спекаться, сейчас все захилит. А я себя просто хотел на жесткость проверить, я пытаюсь в новом стеке играть. Надо проверять, потом проверить. Ну и ладно. Нет, не 12. Но я в него даже не успела ее кастануть. Ни одного тика, понимаешь? Ни одного тика. Не было, я согласен. Но у меня, смотри, у меня было не фулл ХП. Не фулл ХП, не разбирался. Там все были не на фулл, все. Я пока кинула диспел в рейд, чтобы все разбежались, потому что они же все в страхе бегали. Я разворачиваюсь, и 2-3 цели просевшие. И было 2 гимна, понимаете? 2 гимна. Все равно уронили. Китайский гимн какой-то. Посмотрите, может, у вас первого ранга стоит. Причем тут первого ранга? Ничего. Я вот реально, я долго за ДЦ бегал, у меня исповедь первого ранга была. Я думал, что-то хуй. Нет, у меня исповедь четвертого ранга. Блядь, как-то раз ходил в рейд, короче, на пробу, 25 гимн. Нормально. Короче, нихуя себе, вайп рейда был, прикинь, просто слизня не бил, кот нахуй, бил просто только профа, блядь. И ДПС на сурке 440 тысяч, нахуй. Приходим на сурка, на лича, ой, блядь, на профа 25 гер, просто, сука. И появляется зеленый слизень, подбегает к рейду, откидывает рейд. Раз, блядь. Откидывает рейд 2, блядь, вайп рейда. 440 тысяч ДПС. Код 0 урона в слизня, нахуй. Мы им говорим, сука, а чё ты трэш не бьёшь, нахуй? А тут говорит, блядь, я первый в босса линкует рекаунт, нахуй. Первая строчка, его ник, нахуй. Я говорю, ты долбоёб. Блин, ну как скиллы перепутать? Первого или четвёртого ранга? А, ладно, заебись, код на самом деле. Лучше всех вас играет. Стой. Каски обновлю. Чего? За все 10 классов. Поставишь демонический доспех и встанешь под вак. Не-не-не, вон я через мультика. О, через меня никогда два паладина не хилило одновременно. А чё у меня? А кто летает? Шаманы, кто умеет летать? Я умею, Манхэттен. Да, летает только стать. Один человек, да? Да, могу стать? Вот, АФКши не кикнут. Сколько стаков собирать? 3 метки это летают. Не так чё, Йотуну надо будет в этом доспехе? Нет. Нет? Ещё раз, сколько стаков? Лука, по-моему, был больше этот хил, нет? А доспех? 152 стака, кого? Собирай самого Лука. Такой же, как Лука. И 26 разве? А, это у демона. Вы летаете втроём слева направо примерно 7-6 часов. И там не нужно считать стаки, вы просто захилите и все. 6 часов утра хорошо. Будет через 1.5 часа. Поэтому... Вон же демон есть, а чего вы на демона чисто не повешиваете? Гуляем рейд, гуляем маба. Башьте на демона, ПС будет божественный. Не, лучше на мутик. Нет, демона же в рейде. В смысле, вон демон бежит, что? Это Дестрик, Афлик и Дестрик. Где ты демона увидел? Да, ну-ка еще раз. Бейте подавление. Этот... Не, ну все равно, как бы там ни было, через хант лучше. Разуйте глаза и бейте подавление, ёбаный рот. Не, вон, у Афлика вкачан талант. А, нет. Только что же у кого-то, сука, видел. Разгром слева. Дайте мазь диспел. Я даю, пока ты не видишь. Ну, меня ни разу не... Ну, значит, ты даю. Я даю ближе к центру. Кстати, вот эти синие лужи не видно через лужу шамана вообще никак. Подавление. У кого-то кликал было, почему? Конька, чё ты жёлтую жабу не кинешь? Кинул уже. Ну. 26 тысяч хпс. Разгром справа. Понимаю. А понимаю, это такое слово, типа, вообще, не
типа есть мозг, да, означает. Чего-чего? Ну, типа, я вот не понимаю, допустим, как коника... Да, если ты не понимаешь, что у тебя мозга нету. Да, то есть, если ты говоришь, что ты понимаешь, что значит, это означает, что ты... Значит, есть мозг, да, чего? Я умный челик, да, типа, вот я понимаю, да? Шестеренки работают. Ну, ясно, да? Подавление. Ну, если вы сомневались в этом, то... А еще есть... Нелики, не вставайте, пожалуйста, перед мордой большого, вы ловите дебаф. Он дамажит. Да. Будьте добры, уважаемый глобус киллер, ёбаное все. Разгон справа. Три нелика свалили. Да слева же от босса. Ну а еще есть аналог такой же фразочки. Типа, я не понимаю, а еще есть я понял. Ну типа, отчитываешься так, я понял. Тебе что-нибудь говорят там, да, там, про товар Т5, там, соло, таргет, заебись, агро. И ты такой, я понял. Говоришь такое. А ну. Синоним это понимаю, да? То есть коротко. Слышь, ты чё пиздишь? Не, а чё нужно отвечать тогда? Отвечать нужно про товары топ. Мои по 120 тысяч меня хилят. 120, 110, 100, 100, 111. Сука, алярм, моб бежит в рейд. Танк уже его схватил. Право, подавление, бейте. Блять, где я, нахуй? Что это? Где ты? И попал в ад. Полетели. Пиздец, я стал портальной шлюхой, я же ни на что не нажимал. Может быть, портовые, блядь? Портальные, блин. Что-то тоже сегодня не слышал. Семечек в арбузе не хватает. Так что мы сейчас на профайле на это? Че там шаманом 15к хоть нахилил, блядь, ХПС? Какой блин? Че за, блядь, день перчаток, блядь? Реально, две пары опять выпали. Войт, а. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Ну, пошли в Синбу открывать портал. На остановку за бычком. Раз бычок, два бычок. Пошел ты, пяточок. Ладно, я обратно. Кстати, я нашел ебота, Вася в первом слышал. Да-да-да. Значит, откроем портал, комнату и покурим. Сейчас жуков убьем, мы теперь покурим. Я бы на то, 25 годиков. Ну, 30, конечно, нету. Но около 25. Вы что, сдохли? Сука, резать их. Ну, бомжи. Жил без страха и умер без страха. Да, я подумал. А звезда где умерла? Да, он дисконнект у него вроде. Пацанку всех ушел, не пацану. Жил как мужчина, умер как герой. Здоровье погибшим. Чё ты встать не хочешь? Дурак вымер. На Украине. Ты, бля, меня всегда в этих людей интересует, а в чём слава? Тыкните на Симон, тамагочи Симон. Я вот спускаюсь на лифте. Да пофиг, вы уже сманул тебя. Ну окей. Заходим. Я не гордый. А какой ты? Красава он. Не гордый. Мягко характерный, раз не гордый. Это вопрос. Нет, ну просто проведя она. Человек не гордый, только куда? Антоня. Терпила. Да, я это имела в виду, но это просто... Сразу видно, суровый человек. Очень обидно. Это за это. Вот это вы терпилы, конечно. Сразу видно, суровый челябинский парень. Я челябинский. Тоже не знаю. Кажется, сейчас кто-то отъедет. Да уже можно белые тапочки закладывать. Что там сразу стоит? Негров вспоминаю. Негров взяла снежку? Да, мне тоже что-то писали, ивент, не ивент. Ну, кстати, да, наверное, ты привык, я понимаю.
Оба-на! Ух, какая тема! Ой, сейчас будет больно, смотри. Моя боль. Сейчас боль зацепит. Передашь ей свою боль? Главное зубы по себе скидывай. Нет, ты что? В смысле, нахрен этим, нахрен нам... Так, по-моему, валим отсюда. Нет, разве ее с центра? Второй фарзин для танка, знаешь как? Не, не забей. Да, я поживу, два протопола один. И? Они сейчас просто закрутят нас с БШ и пипец. Боль не в том, что я умирать буду. Боль в том, что сейчас буду освобожденку ловить. Ты вроде директор ДД есть, нормально. Не имею в виду. Хорошо, по-другому скажу. Освобожденку стакать. Берешь, стакаешь на себе 20 стаков. Лично на себе проверил 20. При чем тут, блин, я? Еще раз. Ну, видишь, на ком 20 стаков кидаешь, ему зубы изи. Видишь, на ком 20 стаков кикаешь с рейдена. А зубы одни и большой, когда имеешь? Выбиваешь, выбиваешь ему зубы еще. Так, у Музера всегда есть ответ. Нет, у Музера нет ответа на топ танк в мире. А чё за фишку у товара? Вот может кто-то знает? Т-34. В ИК на чемпионах, типа, два протовара кидают на себя бдилки, и у них таунт без КД. Ну да. А почему? Вот там таунт, там таунт не прокатает. Там символ так работает. Потому что они долбоёбы. Когда кто-то получает урон на комбдилку, у тебя этот таунт отдышит. Эпигастры уши надерут, ты же знаешь. Ну да, я помню, так как в МТ танчишь такой вот паладином, ну вот я за себя говорю. И на тебя кидают бдилку просто. Да, да, и когда не хватает агро, просто вот эти 15% агро режутся. И просто у него бдилка бесконечная, а ты просто таунт по КД хлыстаешь. Просто. Ну, у меня такая была проблема, не знаю, как за других. Капкан, это чё? Поколение Next. Бдилка? Агро не снижает, но забирает. Ну так правильно, она забирает. У него 20% агро, у меня 100% агро. Из-за этого у меня 75% агро, у него 40%. Получается, босс не на мне, не на нем держится. Ну, как это работает? Это кто говорит? Там Огуач. Ты что, что-то против протовара имеешь или что? Против протовара не имею. Я имею против того, что... Когда говорят, бдилка типа спасает весь мир, когда танк на танка кидает. И мне кажется, это большинство случаев бред. Есть моменты, когда типа на чемпах там на чем-то подобном кидают. Да, я понимаю там, почему кидают. А когда просто вот, допустим, два танка стоят, это бред. Зимина леса. Человек, я знаю, в какую игру тебе стоит играть. Sims? Не, спасибо. Почитай свой ник. Ого, вот это сложный прикол. Они еще не видели топ про товара Войда. Самый топовый про товар вообще на Сирусе это Бьорн. Я же говорил, против протоваров я ничего не имею. Я просто столкнулся с опытом, который, когда люди в малоопытных рейдах кидают бдилку не по делу на другого танка. Так он тебе и говорит, ты прочитай описание, как она работает. То, что типа таунт без КД, так? Ты все, спульни. Там помимо таунта еще эффектов парочку есть. Так, фигастры, не хилим. Уже надо, можно. Он говорит, страдайте. А, да ладно, эпик, ну не надо так, зачем диван? Зараза. Я не летел, пацан. Я тебя тоже люблю, да. Да, ДЦ не хило, я согласна. Плюс.
Ты понимаешь, что сейчас 4 не положил? Диван. Троллим. Диванный эксперт. Нет. Диванные войска. Ты вообще не знаешь, кто на меня диван кинул? У меня же все кдшки отображаются. Давай, оставь сарай. Ты отстань от сарая? Блядь. Мы ж пару шмоток уже разрулили. Что ты так торопишься? Ну просто спрашиваю. Я просто был в таком рейде, там где забыли про время и все. По шмоткам. Бля, помню, как кипишь один кон, блядь, так. Ты на Синре что-то лайпались, и он, блядь, тупо не разрулил. За фул целка. Ну вот, вайпанетесь на Синдре, все распыляется сразу автоматически. У меня такое было, когда я 25-ку собирал у целка на сервисе, с одного босса не разролила. Шмот КД прошло. Очень было неудобно перед ребятами. Войт, можешь кидать. Войт, можешь кидать мне, у меня дизенчант. Или мне, я вкачаю потом дизенчант. Не наебешь, не проживешь, гаст. Сейчас придется второго дракона еще убить. И пегастры выше на веру. Бля, вот не могу понять. Рэл Войд это, блядь, сразу, когда плюсуете Войд в рейд, понимаете, что он кидал. Видели, как мага прокинул? Окей. Прикольно, как Сережа говорит. Не понял, что с драконами сосется, что ли, блядь? Дракон — бездушное создание. Я тоже хочу антистрах. Почему нет? Она... Антитрах. Все присты на себя кинули, красавчики. Так и надо. Ты видел гриблинг или как там греблинг, ебать? Гремлинг? Совы видел на это? Ну, знаешь, в баскетболе, блядь, есть такая хуйня. Короче, бьёшь мяч, хуяк-хуяк такой, через ногу, через под коленкой кидаешь. Или через какой этот, за спиной хуяришь, ты сбоку. Ты у меня так же сова умеет, смотри. Гнев. Я один типа... Блядь, а реально сосательница не работает. Хуяк с этой стороны, хуяк с этой. А, не, нихуя, вот аску. Там на процент, процентаж на 100%. Просто как ты страх не ставишь? На ренже стоит. Прячется. А милики что, не знают, что за стену нужно забегать во время эфира? А нахуй это делать с этой вар? Ну правильно. Не бегите туда, вас убьет. Зайдите назад, друид. Удачник. Она тебя сожрет. По голове дали палки мне. Так, чекундер. Да пошли после лича. Нет, да, блядь, и так уже время позднее. Идите курите, ёбаный в рот. Ты, гастро, не похудеешь из-за этого, ну. Потом подожди. Там тактику заодно повторите на синдру лича. Ладно, тоже отошел. Войт ушел? Ой. Ой. Наконец-то я доголосовался до второго випа тут. Что делается на первой фазе? Дамажим. Бьем босс. Я вар, моя бить. Короче, осталось месяц голосовать, чтобы купить от этого поводья яркого астроку.
Бля, у меня на ханте было 140 голосов, и я их слился. Я, по-моему, 50 голосов последний раз слил на голду просто. Да не, да не могли заанонсить заранее, блядь. Тупо все голоса слили. Рыба, впереди стоит коммунал. Понял, а где твои эти запы? С этого? С Алара? Мои запы? Это с Алара, разве? Это с РСХМ. А, с Аларом, а народ... С Алара перчатки падают. Хэмокс. Да, там перчатки. У меня до сих пор Атлас Лук не показывают в Хэмокс. Вроде кожаные перчатки, запы все спиздили, кому надо. Перчатки всего один раз упал. Не-не, с РС. А, именно с РС, не знаю. Ну, у конника есть, у тебя есть? Фу, блять, у конника, у тебя, говорю, монорота есть, у тебя есть. Уродвара есть, у ваги есть. Кто еще у нас из милька? Может, не Анекс у меня? Бля, на Анекс еще же есть, ёб... Да им там про свое, про гильдийское. У Буливана нет. Бля, вообще Буливан есть. Ну все же надо их через сделать. А, во, ничего себе. Так, что с западом? Прикрыт нет. Сирок. Хастарт. Вот. Бля, ебать они местотов добавляют, слышу? 10-15 силы, 10 тов, 20. То ар поменьше. Вот здесь. Ну и гнездо там синее, блядь, вместо желтого. На пека забагался. Забагался? Да, показывает, что он типа есть, а его нет. Ну, в плане обилки его. Пета есть обилки? Престовского, да. Ну вот как у Хантовского появляется. Агро, что тут еще. Стоять. Вот эти обилки. Агрессия, защита. И здесь. Не знаю, у меня на финду макрос. О, нифига себе. Спасибо. Качаешь? Нет. Да, мне надо просто ребятам скинуть реги, зачарить нас. Собственно, как и весь мод. Мне вообще топовая гильда. Двенадцатого левела. Я тут ГМ. Симит Миршам. Миршам Астрал. В текстурах застрял. Все тут.
сейчас поставлю активацию. А рыба? У тебя есть большая чарка для рыбы? Какая чарка? Для оружия на СПТ, на одноручку. Могу линкнуть свой инчат, если что нужно, типа могу сделать бесплатно. Ну, за реги, нет, конечно. Реги прям сейчас могу дать даже. Да. Ну вот, если есть там, то, ну, зачарю. Нет. У нас второй танк изъявляет желание потанчить Синдру, а так да, могу поставить. Нет, моей черты тут нет. РБКшная, да, какая-то? А мы на балконе будем его танчить? Судя по меткам, да. Ага, ладно. Я, правда, с балкона ни разу не ставил его. Пиздец. Сейчас сдохнем. Валера, ты что творишь? Есть еще рис. Ты чё, Кронштейн, что ли? Воу-воу-воу! Кто там бегал? Пиздец, блядь, чувак, поплывёшь на пароходе, блядь, спустись в трюм, обними якорь, блядь, это твой брат. А чё, кикнули, да, шаману? Или это он сам заруинил и вернул? Там у кого-то это... Пульс пропадает. Тоби пизда тихая. Дайте, кто там не сдох? Да там тотем или что-то, какая-то хуйта. Я там коника прожался, танковал. Ебать, Паладин, ты можешь вставать в крепость, тебя там не режут. Я танчу. Эх, а ты кикнул, да, его, Войт? Ну... Ёбаный стык. О, тимбич, вон, давай. Всегда так дело. Вой, чё, совсем всё печально. Да-да, за. Вой, чё, совсем? Занимайте кота, Тимбич. Тимбич, пошли. Так где же не мой косяк? Тима, чё занимаете? Безумно спать хочу. Долбоёб. Вы на сколько боссов? Вы на сколько идёте-то? Три босса спать. Да, проф лич. Все хотят спать, я выскочка, да. Ребят, а можно релогнуться, слетать в город? Окей. Что, усилки перекинул? Не-не, смерть попросил зачарить и реги, чтобы взять. Да и мы не будем ждать. Садитесь на маунт.
У вас не еблей. Бля, опять сегодня днем и Пегас стоял криво. Чуть-чуть повернуть. Он тебя сейчас откинет. Она кидает только один раз. Она уже откидывала, больше кидать не будет. Окей. Это, блядь, прикол, что ли, какой-то освобожденку по ХД идет? Да у тебя них не везут. Ходку кинули, хорош. А чё я сдох? Левее центра. Забываем. Правее центра. Левый чуть-чуть стопните, правый бейте. Рядом, вот близко очень. Бейте правый. Левую правый. Стопните. Ломаем. А, сори. То, что разбил. И спрятали. И спрятали. Нет. Киньте. Потом в Рэдли было, его разбили под дыхание. Киньте Барри, или чё, кому-то кину Барри. Блин, не пойму, мне просто стоять АФКш? Я так понял, я хорошо поймал КД, да, Вой? Да, говори. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Центр. Чума. Право. Центр. Центр последний. А чё там обоча? Просто руби закончили. Я сам точечно бафу. Это всегда остаться, не захили в рану. Беги, малыш, я беги! Ну, я больше пути не вижу. Походу на освобожденку. Блядь, что, ну нахрена во время комбата? Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Ну влево сдвиньтесь, я...
Справа, блин. Одна в звезду, одна в печеньку. Кружок, не звезда. Снимаешь. Да? На нахуй весь рейд. Я же говорил, кружок, не звезда. Ты уточнил же. Давайте, короче, диван. Нет, упадите пока метки, пока глыбы живы. Ребят, давайте так диван. Будет быстро. Нет дивана, у меня нет. Я умер. Сам зайдите, да, зайдите под морду, зайдите, пока глыбы живы, они потом нас риснут. Поздно. У меня камень есть. Есть. Знаю, не встаем, Стил. Тимыч, ресы. Не двигайся, крепость. Тимыч, ты что, валерианки на кушку? 35 секунд на среза еще кадыри. Я, блядь, настолько с вас в ахуе кружок. С нас? Ты нас вайпнул, алло. Бля, я мог вообще не идти. Окей. В смысле мог не идти? Тебе, блядь, сказали, выйди в кружок, нахуй ты в центр. Блядь, я смотрю, ладно, я закосячил время 2 часа, нахуй. Так не обвиняй нас. Тогда не обвиняй нас, что мы плохие. Ты же нас... Блядь. Жми точку. Я сейчас посмотрю, что у меня тут по синтере. Колечко хорошее. Ну и все. Завтра. Можно рез? Тимыч сам ревнул? А, нет. Сорян, не ревал. Вот и кончилось веселье, пацаны. Есть тяжелые времена. Жизнь боль, когда тиндер... Кто не спрятался, тот долбоёб. Пизду, давай завтра допронесем. Прося, ты когда уезжаешь? Завтра. С утра. У тебя дорога открыта или как? Еще неизвестно. Да, подожди, я может... На Блаблакаре еду. Может, ты первый смотри. Ну, он два раза освободит. Перед притяжкой, ближе к боссу, вы будете лететь меньше. Соответственно, быстрее убежите от босса, будет легче. За глыбами надо прятаться, чтобы между лужей и плевком, который плюется с синдрагоса, и вами была глыба.
вы снова поворачиваетесь в тот ракурс, куда падает лужа. Вот и все, чтобы трубок был перед вами. Все просто. Милики много не стакайте, мы столько не захилим. Да вот хилить нечего. Вы слабые. Не, если кто просто быстро урон наносит, типа рок, они быстро настакивают. Двуручки, да, я понимаю. Лепи, что там? Ну, просто смешно, когда челик не видит два раза, что на нем освобожденка, и от нее сдохнет. Да, если ты пробежишь, то ты сагришь ее. Давайте в обычки лопнем уж. Намиказа ждет ответа, типа. КД может. Какая у тебя категория, Намиказа? По поводу КД, на этом КД у многих почему-то КДшка вешается, это странно. Вот, кислому писать бесполезно. Не читает чат. Не ЛС, не чат. Кто-нибудь видел, может быть? От чего умер Хант? Нет. Чат листай, там будет написано. Как не Ханта? Хендай. Хендай? Сендай. Смерть. Хочешь спаться, да. Купи себе Хендай, да? Не Хендай, а Хенда. Сами в Хендае. Чувак, сам себе именно подписал приговор с таким ником. Синдрагоса, 24к в него влетело. От плевка. Да, глыба из... Отдыхание, да? Нет, за глыба из... бомба. Понял. Причем зафил по нему хороший был. Шаман... Драмон по нему хилил. Да, Сандай умер от бомбы, так и рад. Улипал, прием. Ну зато сразу те челики, которые, блядь, на лече будут топить, отсеялись к хуям. Блять, на синдре. Подожди, а еще нужно дойти. Дойдем завтра. Завтра дособираем, короче, войд. И я, блять, осколки нельзя же вот так буквы сделать. А во сколько? С РТ. Я понимаю, у меня в гильдии просто тоже РТ, я хочу и там, и тут. Попробую. А кто это говорит? Тамагоч. Блять, у тебя голос похож с одним чуваком. Такой. Он нас дал два рана, а тут надо. Вы сюда явились! Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Думаю, все это помнят сейчас. Войд, Войд, слышишь? Нет, я тут двоих товарищей нашел. Надо? Хорошо знакомь, блядь. Тимыч, пиздить надо босса. Вы на ком-то? Да на Синдрагосе. Кто остался? Прибыл,
вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Ой, блядь, ни одной ходки не было на мне. Право далеко. Могучий, блядь. Сори, и говорил близко. Я анонсил просто, чуть не успел. Тихо. Справа. Левые, стопните, стопните. Посередине. Больше по меткам. Бля, чё там пищит? Это мой пульс пищит. Чё вы крест не захилили, блядь? Пошел номер. Вы бы вместе поставили. Центральную стопните. Стопните центральную. Левую стоп. А я думал, это тебе. Ну, вперед зашел, может, поможет. Вон на брови, да. Точку. Улипал хорош. Да не хули. Четыре хила, осторожно. В смысле, всех, все освобождем, Полина.
Танка, танка, танка! Звезды, прижмитесь к Синдре. Блять, сука, дебил. Дайте один на хп. Спасибо. Ля-ля-ля. Ходку дать, ходку. Танка хитит, танка. Давайте ходку, ну. Ну ты. Хорошо, я захожу к шаману. Вот, сейчас шамана меня примешь. Без кольца, видимо. Я, короче, шамана и приста нашел. Очень хорош. Милли, в чем сложность приближиться к боссу? Слышал, Вась, сейчас меня шамана возьмешь? Давай, диван? Да. Он уже по присту, да. Чё, Войд будешь брать, нет? Старик и адмирал. Адмирал шаманом пойдет, точно. Старик друидом. Все, можно снимать долго. Боб. Да, резать. У меня мало срезы нет. Точно, Боб, без. У меня тоже нет. Памбур. Да. Хульпал от метки умер. Второй раз не видел, от чего он умер. Ух, кто зашел, господи. Шопик попал. Меня на замену. Я сейчас шаманом буду. Ой, нас так в живых не останет, блядь. Ты шо, Пегас? А ты кикнул этого протопала. Да. Ну все, ГП ему. Он пошел курить. Ты про Эпига? Да, он написал. Протопала гильдия. Это... Что, да, один, это он. Что один, что второй гильдийский. Гастри, вернись. Короче, Войт, я тебе 500-ку дал. Попало. Че там? Слышь, Войт, дай им пать это. Старик и этот. Короче, адмирал на шамане. Адмирал Хилом. Короче, бой. По-другому спрошу. Бой от меня в ДД в хиле. Лава. В хиле. Услышу. В конце там.
Бегаст